Ну, я встаю утром 7 часов, 8 часов уже я на работе. Но я прихожу на работу, то у меня на столе там доска, все помытое, мясорубка помытая, все готово. Утром я начинаю работать. Смотрю сначала витрину, там, какие там части надо. Смотрю качество и начинаю работать. У нас утром 9 часов фотоотчет, и все должно быть накрыто. И после 9 у нас привозят свинину. Но свинина каждый день поставка, свежее мясо. И каждый день поставляют мясо. Ну, у нас работа есть постоянно. У нас мясо привозят, пока мы принимаем уже на витрине, уже, ну, все продается. Ну, я начинал где-то 2008 года, но я закончил школу. После школы поступил и просто зашел в магазин мясной на рынок и посмотрел там, дяденька рубил там мясо, и все люди там смотрели. И сразу мне пошло, как бы, ну, хочется работать рубщиком именно. Год учеником работал, но тогда было мне 17, меня никто не принимал на работу. И пришлось маленько, ну, бесплатно поработать. Приехал в Красноярск, и у нас КПК, там работал у меня знакомый. И Володя его зовут. Ну, он мне научил, как обваливать, как правильно ножи держать на руках. Все. Все, где-то 3 года научился. Ну, мне нравится работать мясником, обвальщиком. Я уже 11 лет где-то работаю. Полутушу можно обваливать за 8 минут. На продажу готовить все. Полутушку. Сейчас делаю окорок без костей на витрину. Ну, у нас много, очень много ассортимента. Мы с этим одним окороком мы делаем очень много ассортимента. У нас есть окорок без костей, мы с этого делаем шашлык, и делаем мясколоб, делаем азу. Есть такой ассортимент, шашлык не маринованный. Ну, очень много ассортимента. А кто маринует у нас мясо? Сами маринуем все. Мне нравится нежный, такой зеленый. И хорошо смотрится, и вкус очень, ну, вкусный. И европейский, он тоже хороший, вкусный. Мне больше нравится говядину обваливать. А свинина, она ее быстро закончишь, и все. А говядина, как бы, говядина маленько трудная обваливать. Но мне больше нравится говядину обваливать почему-то. Мясничье мне нравится, каждый день поставка. И свежее мясо. И резать даже приятно, когда свежее мясо. И начинаем в 8 утра. И до 7 работаем. Все, успеваем. Я всегда говорю и считаю это искренне, что самое главное в нашей компании – это люди. Это сотрудники, это те незаметные, благодаря которым вот и строится вся империя. И сегодня я хочу вот этого замечательного парня, зовут его Нурбек, поздравить с новым для него званием в региональном конкурсе, который был первый в Сибири. Он получил звание лучшего вальщика Сибири. Что мы тебе дарим? Бейсболочку вот такую. Лучший обвальщик Сибири. Но я думаю, что она будет переходящей, но ты старайся, чтобы никто у тебя ее не забрал. И вот такой именной фартук. И теперь каждый будет знать, когда подходит к Нурбеку. Это единственное, что я умею делать лучше всех. Вот фартуки вот так поправлять, вот красиво делать. Вот. Это сюда надо куда-то спрятать. Нурбек, лучший обвальщик Сибири 2019 года. Красавчик, красавчик.